В этом видео мы поплывем на самом лучшем линкоре во всем Робоксе. И тот, кто его построил, стоит прямо перед нами. Встречайте мастер-билдера Command Fox'а. Ну, короче, очень крутой. Помимо шикарного вида на океан, мы получим королевское обслуживание, 10-разовое питание и личные каюты, и много чего еще. Но он позвал нас сюда не просто так. Ведь нам предстоит сражение с очень сильными противниками, которые уже готовятся напасть на нас. Так, ну я думаю, что нам надо его осмотреть, посмотреть, что тут да как, какие тут пушки и как вообще рулить здесь. Вот это тут пушки, конечно. Это пушка размером с меня. Это калибр 380 миллиметров. Это сколько? 38 сантиметров. Вот это пушка. Вот это да. Вес одного снаряда 750 килограмм. Что-то мне кажется, эта пушка снесет все с одного выстрела. Может попробуем стрельнуть из него? А тут такая не одна пушка. Тут таких раз, два. И там еще сзади. Вот это тут система. Так, давайте, заряд. Что? Обалдеть, как это красиво. Снаряд заходит в дуло и... Огонь. Обалденно стреляет. Ложись. Что-то мне кажется, пошло не по плану. Оно выстрелило. Да, классно выстрелило. Вот снаряд катится. Главное, чтобы не взорвался, а то тут бабах будет. Ну ладно, идемте сюда, ближе к носу. Ого, тут какие якоря мощные, цепь такая. Ладно, пойдемте дальше. Вау, это настоящий ПВО. Прикольно, здесь ПВО стоит. И вот это тоже эпично. Вооружение прям до зубов. Опа-на, это что такое? Это турелька, только уже поменьше вот этой. Прикольно. Она может стрелять, смотрите. Бедная ракета, которая просто летала в космосе, а в нее попал фугас. О, здесь даже спасательная шлюпка есть. Еще одна точно такая же турелька. Можно я попробую пострелять? Прицел на эсминец. Огонь. Клевая пушка, мне она очень нравится. Идемте-ка сюда. Вау, здесь какой-то кран есть. А, этот кран держит лодки. Спасательные лодки. У нас тут на корабле только 3 человека, а тут столько спасательных лодок. Да, подумали о нашей безопасности. Тут еще ПВО, 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 ПВО. Это у этих турелек вообще уже снаряды тут стоят. Они готовы стрелять. У нас куда-то позвал, пойдемте. Что это такое? Это капитанская рубка. Здесь радар. Пока рядом с нами никаких противников не обнаружено. Это значит, что команда Арконуса еще ничего не сделала. Это хорошо. Вау, 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 вау. Да, ты на пропеллер смотрел, а я смотрел на эти прикольные самолетики. Это как миксер. На этом линкоре есть собственные 2 истребителя. Это же прям классно. Тут у них воздушные подушки, пулеметы. Обалдеть. Это склад? О, так, я нашел себе меч, вот эту странную бомбу и вот такую еще бомбу. Это очень хорошо. Мы будем обороняться. Если они захотят нас захватить, то мы будем обороняться. Да, все правильно, мы будем обороняться. Тут еще огромные турельки, 380-миллиметровые. Только я не хочу из них стрелять, потому что это может быть опасно. Вау, какой вид на этот океан. За мной, он говорит, пойдемте. Как минимум, оно выглядит грозно. Да, а то выживем мы или нет, это совсем не важно. Да, такие пушки они увидят, сразу испугаются, но только попасть я не думаю, что мы из них сможем. А тем временем Арконус со своей командой строят коварные планы. Слушайте, пацаны, как вы могли просто проникнуть на корабль и разбомбить его? Это бомбардировщики, бомбардировщики. Вы пока что его их отвлекаете самолетом, и я проникаю на корабль и уничтожаю там все. Но сначала надо самолеты построить. Начинайте уже строительство. Все, радар засек вражеские самолеты. Нам надо быть наготове. Я уже одел свой боевой костюм. Нет, мою блядь! Огонь! Открой дверь, у меня... Вооружайтесь, солдаты. А я уже тряпку взял. Сейчас сюда придут самые элитные воины. Попадаем на этот линкор! Они приближаются. Нам нельзя подпустить их к линкору, нам надо... Остановить их сразу же в небе. Так, давайте тогда один истребитель возьмете. Я буду отбиваться на линкоре. Они подлетают! Они подлетают! Айска, нападаем! Нападаем! Заряжайте турели! Огонь из всех орудий! Огонь! Они пришли сюда! Они спустились на линкор! Открываю огонь! Бах! Минус один истребитель!
нас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все взорвалось. Наша передняя часть подорвана. Арконус, мы отбили первую волну. Так, ребята, организуемся, организуемся. Все, мы активировали один истребитель. Они будут охранять нас в небе. Мы захватим вас просто не хотим. Ух, да как ты представляешь огромный линкор против этого? Против чего? Они преследуют вас. Возвращайтесь, возвращайтесь, я вас тут прикрою. Сейчас заряжу 380-миллиметровую пушку. Главное не промахнуться только. Как рулить? Нас подбили! Что? Да, подбили, да. Что? Они сбили нас с самолета, там был весь экипаж, я один на корабле остался, блин. Все, ух, я лечу за тобой. Давай, лети сюда. Так, бомбежка начинается, бомбы падают. Линкор взрывается. Линкор будет разгромлен. Главный. Огонь. Почему вас тут так много? Помогите мне. Мы сделаем свой народ независимым. Так мы и так независимы. Мы должны добиться нашего совершенства. Так, Агуша приземлился. Огонь. Агуша подбит. Он на земле. Ладно, пусть там сидит. Нас бомбят. Бомбят, чем бомбят? Что это? На нас бросили что-то. Линкор горит. Я уничтожу все. Кто это делает? Они ломают весь линкор, они громят все. Внимание, внимание, всему составу. Британская рубка подверглась жесткому обстрелу. Я вижу, я тебя догоню за то, что ты сделал с линкором. Command Fox, там пират, надо его уничтожить. Короче, за мной тут бежит вся дивизия. Ух, если ты хочешь. Он упал. Тут опять Агушу прилетел, надо его опять уничтожить. Агуша, спаси меня, я в дырке, я в дырке. Агуша, мы поджарили самолет, Агуша горит. Все, вот так тебе и надо, гори, взрывайся. Взрывы в укладке. Command Fox, ты крутой, боевик. Пират утонул в море с акулами. Я нажимаю на кнопку уничтожить все. Все, я взорвался. Вы уничтожили половину всех орудий. Так, я заряжаю 380-миллиметровый фугас сейчас. Так, заряжаем снаряды. Выдвигается снаряд, заходит в дуло. Снаряд заряжен, зарядить второй снаряд надо. А чем вы там стреляете? Сейчас, подождите, у нас тут пули готовятся 380-миллиметровые. Они размером как я. Ой, снаряд упал. Я знал, что я заряжать снаряды не умею. Что делать? Я вижу кого-то сверху. Так, огонь! Я прилетел! Пингвин идет сюда! Спасайтесь! Ладно. Ты меня пугаешь. Ты сам поймаешь. Я уничтожу. Нельзя его подпустить ко мне, он слишком быстрый и он очень мелкий. Ой, я упал за борт, я в воду упал, помогите. Я не умею плавать. Ух, улетай отсюда, я сам справлюсь. Ты сам потопишь мой корабль, да? Круто. Знаешь, ты бы утонул, так же скажи еще спасибо. Так, короче... Пингвин. Я после битвы с тобой, смотри, весь в гипсах. С тобой, а ты мне никакого урона даже не нанес. Потому что ты мелкий, блин, вообще. Ты умирал тоже много раз. Так, итак, господа, сегодня мы заключили пакт о ненападении, а также пакт о перемирии между двумя могущественными странами. Империей Уха и Антарктической империей. Можете пожать руки и... Мне это больше не понадобится. Пожмем руку. Как и на этом это видео заканчивается. Спасибо за участие Арконусу, Command Fox'у, Пингвину, Агуше, Пирату, Мэнди. Ну и большое спасибо Command Fox'у за его супер крутой линкор. Все.